Одним из музыкальных проектов, который заявлен в культурной программе Европейского футбольного первенства, друзья, стала группа «Инсайт» и великолепная певица Нино Катамадзе. Так вот, друзья, завтра Нино Катамадзе и группа «Инсайт» будут выступать в Киеве на Майдане Незалежности в официальной зоне, фан-зоне УЕФА. А сегодня они у нас в вечернем Урганте. Встречайте Нино Катамадзе и группа «Инсайт». La la la, say I'm a foreigner. Yeah, no, no, my father. But I love it, I love it. La la la. Катамадзе, дорогие друзья, закончить сегодняшнюю передачу хочется словами женщины-змеи. Пора сворачиваться. До завтра, пока.